Встречайте, дамы и господа, Софья Муравьева! Софья Муравьева, Москва, Ангелы Плющенко.
и ее новое, произвольное, очень лиричное в стиле самой Софьи. Каждый год он нам дарит очень лиричные, красивые постановки. На самом деле все прекрасно слышали, как Соню поддерживал зал. Давайте сделаем это еще раз. Соня большая, молодец. Соня, я уже сказал, что ты каждый год нам даришь очень красивые лирические постановки. Можем ли мы надеяться, что, может быть, когда-нибудь ты скатаешь что-нибудь зажигательное? Или все-таки тебе ближе по духу лирика? Загадываю, что будет в будущем. Это мой стиль. Ничего не могу сказать больше. Мне это по душе. Это здорово, потому что обязательно то, что ты делаешь, должно быть тебе по душе. И нам тоже по душе. Правильно говорю? Сонь, хотелось бы спросить твои планы на сезон. Ну, давай прикинем до марта, допустим. Я повторюсь, живем здесь и сейчас. Вот. Набираемся опыта, идем шаг за шагом. Вот эти все банальные ответы фигуристов. Но приоткрой хоть дальше немножко завесу этой тайны. Планы на сезон. Выиграть все турниры, например. Максим, ну что? Мы такой не отвечаем, да? Настоящие спортсмены. Ладно, чтобы не сглазить, спортсмены люди суеверные. Поэтому не будем долго задерживать тебя, Сонь. Отпускаем тебя, готовься к сезону. Я уверен, что прокаты у тебя будут гораздо более уверенные и чистые. Спасибо. Спасибо.